вот и так сегодня в этом видео мы будем с вами переделывать наши глаголы и именно преобразовывать их в существительные. Для этого нам нужен суффикс «-р». И что мы про него должны знать? Если мы говорим о том, кто это делает, то есть это лицо, которое осуществляет действие. Например, глагол «lesen» – читать. Если мы убираем инфинитивное окончание «-р» и к корню добавляем суффикс «-р», пишем, естественно, с большой буквы, не забываем, что это будет «он», мужской род, «der Leser» переводится «читатель». Давайте потренируем еще, пусть будет любой глагол, вот просто из любого глагола возьмем «fahren» – «ехать». И убирая инфинитивное «n», вместо него добавляя суффикс «r», получаем тот, кто делает это действие – «der Fahrer» – «водитель». И таким образом вы можете, потренируйте, пожалуйста, внизу под этим видео, напишите в комментариях возможные варианты построения лица, деятеля, тот, кто будет осуществлять то или иное действие. Деятель действует, правильно. А также не забываем, что если мы говорим о лице, одушевленном лице женского рода, обязательно в немецком языке мы должны добавлять еще к «r», да, вот к этому суффиксу «r», еще один суффикс «и». Обязательно, если мы идентифицируем, это, кстати, относится чаще всего еще к описанию профессий, деятельности людей, поэтому если это женщины, обязательно нужно всегда добавлять суффикс «ин». Это, кстати, то, что отсутствует в русском, как бы нет таких четких правил использования. Очень часто можно услышать: «Ой, водитель трамвая кричала». То есть, так это водитель мужчина или водитель женщина, мы не идентифицируем. Очень редко есть слова, которые все-таки показывают разделение рода: учитель, der Lehrer, тот, кто Lehrer учит, но если это она учительница, die Lehrerin. Мы идем к врачу, зная, что она женщина, ну как бы к врачихе мы не всегда говорим, немножечко такой унижительный, уничижительный получается аспект использования именно женского рода в существительных. В немецком же запомните, Achtung, Achtung, очень важно, как только мы говорим о том, кто делает это действие, но это женского пола, значит, артикль, естественно, будет die Fahrerin, водительница, очень плохо с русским, по-немецки обязательно, die Leserin, der Sprecher, это тот, кто говорит, да, то есть как спикер по-английски, у нас это будет Sprecher, но если это женщина, тогда это будет eine или die Sprecherin, и добавили обязательно суффикс in. Но с этим суффиксом «r» могут быть также образованы предметы или инструменты, то есть опять-таки те, которые делают это действие. Если мы, например, пишем «schreiben» – «писать», убрали инфинитивное окончание «r», вместо него добавили суффикс «r», обязательно изменили написание с большой буквы, потому что все существительные в немецком языке всегда пишутся с большой буквы. И сделали мужской род. Der Schreiber – это то, что пишет. И, кстати, еще иногда мы можем добавить, что это шариком. Мы пишем чаще всего как шариковая ручка. Der Kugel Schreiber – слитное написание. И это будет ручка, то есть то, что выполняет действие. Achtung, да, вы помните, что R всегда делает наше существительное мужского рода. Как бы нам не хотелось бы в русском языке, да, она ручка. Но суффикс «r» показал, что это деятель, инструмент, в данном случае неодушевленный, орудие труда мужского рода. Если, например, мы борем, сверлим, как у стоматолога, beim Zahnarzt benutzt man auch eine Bohrmaschine. Борен, сверлить. Тот, кто делает это действие, или тот, чем сверлят этот инструмент, будет der Bohrer, ein Bohrer, как само сверло. Ну и можем компоновать, естественно, с другими словами, то, что я сейчас сказала. Eine Bohrmaschine, это, боже, как оно по-русски, а, это дрель, а, eine Bohrmaschine. Например, считать, это rechnen.
2 плюс 2 равно 4. И мы рехнен. Если мы хотим использовать калькулятор, который вместо нас это действие будет делать, это будет инструмент, это именно он будет выполнять действие. Значит, мы помним, что мы просто должны взять суффикс «-r», но только вместо инфинитивного окончания. Суффикс «-r» мы будем добавлять к корню, к основе. Вот то, что остается, убрав наше «-r». И теперь «ein Rechner», «der Taschen Rechner» мы можем опять скомпоновать. И получится, что это как калькулятор, счетная машинка, которую мы носим в кармане или в сумочке. Это калькулятор. Пишите в комментариях внизу под этим видео любые слова, которые вы сегодня уже сможете образовать от глагола и сделать его деятелем. Ну, как бы, конечно, в кавычках, но именно показать того, то лицо или тот предмет, который будет осуществлять это действие. Например, erziehen – воспитывать. Как будет воспитатель? Напишите, пожалуйста, в комментариях ваш вариант. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, мне будет очень приятно. А также не пропускайте следующее видео. Auf Wiedersehen. Tschüss!